Всем привет, друзья, с вами, как всегда, драйвер 51 РУС. Версия игры, как обычно, 0303.16, значит, старую 13.04, новую 0303.16. Пираточку работает через Steam, регайтесь в Steam, скачивайте игру, запускайте Steam, запускайте игру, и все у вас работает, и можете со своими друзьями погонять, короче. Так, значит, ссылочки будут под видео на канале, в группе, в разделе ссылки с Pinterest Driver 51 RUS. Ссылочки на группу будут также присутствовать. Также сможете найти ссылки на различные полигоны, на программу, через которую можно грузить моды, карты, значит, на Photoshop, кто хочет изменить текстурку, научиться, начнет вот это все-таки делать, значит, на Photoshop, опять же, на 3D Max 10 года на русском языке, видео там, ссылочка присутствует под видео, и ссылочка будет, короче, на скачивание, на партнерскую программу, кто, ребята, делает, пишет видео, опять же, ссылки на программки, которые записывают видео с игры, с экрана, то есть на Bandicam, на Merrill Action, я пишу экшеном, значит, более качественнее, как бы, он пишет, и конвертирует, и при загрузке на YouTube, как бы, качество видео намного лучше, то есть на программке для записи видео. Естественно, кто уже начинает делать свой канал на YouTube, закидывает туда видосы, значит, будет партнерская программа VSP Group, сейчас она Yellow называется, и Yula, да, и ссылочка на нее тоже будет, можете нажимать и переходить, у кого уже набрано много подписчиков, кто-то долбит в Steam, извините. Вот, значит, сегодня, значит, мы поедем, ребята, очередной приватный мод от Сергея Пасечника. Поедем на полигоне на Виторгане. Значит, и давайте запустим игру. Сетевая, наверное, даже, наверное, сетевая, наверное, не нужна. Ага, ее тут нет. Сетевая, выбираем галочки. Только для друзей создать. Ага. А, что я делаю-то? Покинуть комнату, ребята, он как полигон загружен. Так, загружаемся на полигон, ребята. Полигон Виторгана 5.3. Ссылочки также найдете в полигонах, присутствуют в группе, под видео на канале и так далее. Давайте сейчас загрузимся, создаем мы Пумпурум. Вот он. ЯС-214 будет у нас версии 2.0. Перескакиваем на него. Сейчас пока на локации все подвисает. Вот, ребята, получается у нас такой ЯС. Предыдущий ЯС тоже был обалденный. Но это должен быть покруче. Давайте его, ребята, заведем. Наверняка присутствует свой звук. Ого, глушак там как шеволькается. Естественно, присутствует вид из кабины. Да кому так вот прям не имется-то? Ё-моё. То есть текстурочки прикольные. Стрелочек, правда, нету. Но не суть, как бы. Сам факт, что вид все обалденно. Серега, как всегда, нас радует своими модами. Так, ставим. Увеличенные колеса присутствуют. Посмотрим колесики, да? Шоссеечки. Похоже, где-то я их уже видел. Наверное, на том Язе видел. Я поеду на стандарте, ребята. Какие-то новые, свежие колеса.
протектор, вся фигня. Так, ну тут не смотрите то, что тут висит. Это Серега там что-то делает. Опять загоняет через редактор, пока у меня не отображается. Так, присутствуют у нас запаски. Снимаем. Запаски дают нам 300 ремонта, да? Это не то, не то, не то. Так, маячки. Защита кабины. Вот Сереги хоть... Просто там, ребята, куча модов, как бы, и с воркшопа закачанные, поэтому проблема определиться, какие аддоны от кого прилипают, я не знаю. Гаражные части. Я думаю, это стопудово прописаны. Это также тележка-фургон. Вот у нас получается, естественно, свет, звук. Анимация брызговиков вижу. Цепок болтается, ребята, вот. Типа как под подножкой дополнительно. Не болтается. Не понял. Нет, болтается, ребята. Эти влево-вправо ходит. Ходит цепок, все отлично. Так, ладно, скидываем тележку. В таком макаре мы открываем гараж. Гаражные части снимаем. Ремонтные части. Сейчас защиту, что-то она меня просто угнетает. Сниму. Защиту кабины, да? Тоже обалденно. Анимация глушака, смотрите, вообще... Такое ощущение, сейчас оторвется, блин, этот ржавый глушак. Не, Серега, молочага. Так. Так, ладно, чем поставили-то? Ремонтные, да? Ух ты, панелевоз. Панелевоз. О, ястрактор присутствует здесь. Значит, это его аддон. Так, воздухан. Ставим. Давайте поставим. Можно было бы хотя бы 50 ремонта прилепить. Ясборд. Есть такая штука. Яс-запаска. Влазит, смотрите, промежуточек есть. Все отлично. А, кстати, это не двойная. Двойная, наверное, это идет для этого. Для трактора. Для сцепки. Свет тушим. Сейчас грузим. По пырику. Опа, загрузились, скинули. Ребята опять загрузились. Все отлично. Давайте тут останемся. Сейчас что-нибудь свежее перецепим. Так, борт снимаем. Улетает у нас цистерна, он получается. Так, ладно. Трейлер цистерна. Ага. Ну и плюс весь дефолт, я так понимаю. Топливная цистерна. Офигенно. Платформа лесовоза. С удлиненным распуском, ребят. Давайте проверим, грузится, не грузится. Так, убираем эту балду. Длинные бревна. Скинуть груз. Загрузить груз. Все есть. Значит, сейчас удалим мы удлиненный распуск. Удалить, поставить, тройка сложить. Все, ребят, складывается, все обалденно. Так, снимаем платформу лесовоза, где она? Платформа лесовоза. Бортовую мы посмотрели. Цепляются, ребята, если дополнительно где-то какие-то у вас, видите, надо все мне удалять с воркшопа и исходники чисто ковырять, потому что тут проблемы возникают. Лепится всякая балда. Так, ладно, что мы искали? Ястрактор. Вот он нас интересует. Кьязу трактор. Ой.
у нас липнет панелевоз, ребята. Вот, обалденная, кстати, штука. Ух ты. Ух ты. Ух ты, ух ты. Да, ребята, ну у меня есть такой аддон на другом моде. Но этот аддон, наверное, должен, я так понимаю, грузиться. Давайте посмотрим. И стопудово он грузится. Плита. Плита. 6 очков загрузки. Обалденно вообще. Ну-ка, если мы скинем. Скинуть. О, ребят, у нас появляется тут бревно. Скинуть. Все просто обалденно. Пам-парарам. Офигенный аддон. Так, еще что посмотрим, что у нас есть. Давайте сейчас я гараж скину. Что у меня тут стоит там? Так, запаска, трактор, пампорум. Трактор. Что я поставил-то, блин? О, трейлер, цементовоз есть. Не могу врубиться, просто сейчас подождите. Запаски, запаски. Я запаска надо снять. А, то есть можно за место этой одной запаски поставить двойную. 300 ремонта. Панелевоз, вот он. Убираем. Где запаска была? Запаска. Запаска нам дает одинарная, видите. Ребята дают 150. Двойная нам дает. О, хотя, ребята, блин, тут написано крас, а там яс. Это может быть от другого мода. Буду, блин, чистить. Ребята, кто будет присылать моды на обзор, надо исходниками кидать, потому что, видите, воркшопом получается шляпа. Все начинает цепляться там непонятно как. Так, защита кабины, панелевоз, трейлер. Так, тоже, ребята, трейлер, похоже, грузится. Сейчас мы посмотрим. Да, вот. Загрузить. 8 очков. Ух ты, блин. Нифига себе. Скинуть груз. Скинуть груз. Где-то внутри там груз, ребята. Автоматически не буду грузить ничего, ребята. Просто так. Скинуть. Да, надо тут, наверное, немножко подправить будет. Чуть пониже вот эти вот квадратики. Чуть не достает. Загрузить, скинуть. Нет, он... А, зараза, сейчас мы тебя поровнее поставим. Ну-ка, вставай ровно. Гад. Гад. Кривовато стоит прицеп, поэтому бревно скатывается. Ну, сейчас загрузить. Скинуть. 5. Необходимо установить. Что-то видно, у меня тут косячит, наверное, то, что стоят. Стоят, наверное, у меня то ли моды, блин, эти воркшоповские, то ли, блин, что-то тут до сих пор получается. Ладно, давайте, короче, ребята, грузим 8 очей и поехали. Наверное, я что-то, наверное, забыл. Вот у меня ощущение, она может кузов есть еще посмотреть одним глазом. Так, запаска, борт, трейлер. А это на том, ребята, был язик кузов, но этого я не вижу его. Все, подождите, закурить цигарку. Всем советую бросить курить или начинать вообще. Гадостное гиблое дело. Так, ну все, погнали.
И поехали. Ой, блин, тут я забыл, что это 5-3. Увидите, тут бат стоит. Ссылочка, ребята, на Серегу будет под видео на канале и в группе. Под видео, под репостом, значит, да. По приобретению данной модельки обращайтесь напрямую к Сереге. Ссылка прям на Серегу будет, еще раз повторяюсь, под видео на канале. Еще раз в группе. Ко мне с вопросами. Дай скачать, может быть, бесплатно. Можете, ребята, не обращать, буду реально банить, потому что достали с такими тупыми вопросами. Смотрите видео, мод приватный. Ссылка на автора есть, где все это приобретается, сколько это все стоит. Это все будет в разделе товаров. Опять же, еще раз, для непонятливых. Не надо тупить тупыми вопросами. Реально, я как бы один занимаюсь и группой, и каналом. На всякую шнягу я отвечать просто тупо не буду. Я буду банить за такую тупизну и все. Смотрите видео до конца. Самое интересное в конце видео, как всегда. Кому нравятся различные розыгрыши, различная дополнительная информация, которая присутствует, да? То есть есть анимация карданов, ребята. Анимация брызговиков. Ух ты, нифига карданов сколько. Анимация брызговиков, цепочки. Новая текстурка. Ребята, все, анимация мостов. Ходовая тут. Все шеволькается как надо. Поэтому говорю, кому интересно, ребят, смотрите видео до конца. Я даже не акцентрирую, что будет розыгрыш там, да, с Пентайроса. Это все обычно в конце видео я об этом говорю. Лицензия Стима разыгрывается, все. Даже я уже не делаю как бы репосты и информацию в группу не выкладываю. Кому интересно, тот досмотрит видео, узнает все, что нужно. Так что в большинстве видео как бы самое интересное, как бы суть рекламы. Досмотри до конца и узнаешь все, все, что нужно. Поэтому, ребята, еще раз повторяюсь, данный мод приватный, ссылочка на автора мода будет под видео на канале и в группе, и также в разделе товаров в группе Spintarius Driver 51 Rus, автор мода Серега Пасечник, и как всегда, мод офигенный, обалденный, ничего плохого вообще никогда не скажу, потому что мне его моды все нравятся, все просто супер, погудим. Витиным гудком достался нам гудок, видите, от Вити. Так, маханем через реку. Через реку. То есть данный мод также присутствует у Витьки в группе. Виторган 177. Как бы ссылочки, ребята, найдете, все в группе присутствует, не в разделе ссылки, а где-то там, где-то есть, короче, перековыряйте группу, кому интересно, тот найдет, ребята. Мне вот когда что-то нужно, я перековыриваю прям все подряд и нахожу в основном то, что мне нужно, то, что мне нужно, то, что мне интересно. Еще раз говорю, с глупыми вопросами в группу не обращайтесь вообще. Реально, просто устал вот от лишних сообщений. Как бы очень много всего там у меня. Так, скидываем. Упс. А, намного. Что-то у меня стоит цистерна это. Пурум-пум-пум где-то есть. А вот оно, трактор. Трейлер цементовый. Странно. Он же он у меня есть. А, он у меня отлетел, ё-моё. Вот я тормоз перестройки. Так, скинули, да? Ну, я не знаю, панелевоз ставить, не ставить. Ну, давайте поставим панелевоз. Поставим двойную запаску. Не знаю, одинарда это, да?
Так, трейлер. Ну еще и нам на этом надо проехать. Ну ладно, проедемся и на этом. Цементовоз, панелевоз. Вот. Панелевоз. Загружаем его плитами. Естественно, скидываем. Все это, я думаю, наверное, вручную. Ребята, все грузится. Полюбасу. Что-то я тупанул, что ли. Все это скидывается, загружается. Я просто вручную вообще терпеть ненавижу все это дело. Крутить, вертеть. Так, все, давайте скрин сделаем. По-любому нам надо сделать скрин. Как-то вывернуться тут модно, так красиво. Блин, пилорама. Ладно, дальше здесь сделаем. Давайте пойдем по хардкору. Там в самом конце, видите, там нагрузил грязи тоже. Смотрите, ребята, антенки шевелькаются. То есть анимация даже на антенках присутствует. Прикольно, чё. Нифига, он почти все прочухал уже, ого. Это, блин, яс. Мишка такой прикольный на капоте. Делаем скрин Мишки. Проходимость вообще, ребята, смотрите, просто танк. Давай, 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 дружок, давай. Такой мы скрин, наверное, и сделаем. Все колесики повернем. И бабах. Заскриним его. Анимация подвески, ребята, все обалденно. Урон 800, кстати, я смотрю, тут большой такой стоит, да? Ну, я не знаю, ребята, я пользуюсь Spintires с плюсом. Давайте, наверное, я выложу все-таки этот Spintires плюс, все-таки где-то ссылочку кину, загружу, да? Давайте скидываем мы трактор. Улетает у нас панелевоз. Ставим мы цистерну, ставим мы ребята, цистерну, сзади прицеп. Так, колесики можно махануть. Шоссеечки такие. Чтоб все было красиво. Сейчас мы тут загрузим его тоже. Солярочкой. Давайте. Опа, подсел этот сам яз. Опа, и прицеп подсел. Все, загрузили. Соляр-то я не посмотрел, сколько тащим с собой. Так, 1200 и 1500, 2700. Нормально так. Душевненько. Да блин. Делаем, ребята, еще скрин. Блин, вот это вот надписи меня не все убивают меня просто. Да хуха тут прям. Такой еще скрин забабахаем. Ту-ту. Подвеска вообще супер мягкая просто.
Блин, тут же бугры, бугры, все бугры. Тормози, чего? Тормози! Не, моделька вообще обалденная, ребят, просто. Мод просто, ребят, шикарен. Как бы старый ЯС был офигенный, ну и новый. Просто обалденный. Опять же, рычаг передач, ребята, как у меня, можете скачать. Также ссылочка там и видео есть, как устанавливать, как скачать, как поставить. Вообще жесть. Не, ЯС вообще зверюга. Давайте уже в говнище прямо запхнем. Как обычно, сейчас я понижаечку по любасу. Не зря тут коробка передач у нас. Понижайка, ребята, можно обороты побольше сделать, поменьше. То есть, естественно, проходимость на понижаечке лучше, чем на автомате. Смотрите, глазищика горят у этого, у черепушки. Ну, блин, ночь надо включить. Ну, давайте включим. О, смотрите, опа. Черепок там. То есть все у нас тут. Светотехника, все работает. Так, наверное, пониже маленечко. Ой-ой-ой. Правильно, сзади столько тащим. Давай-ка, дружок, выковыриваться отсюда. Прицеп надо скидывать. Тяжко ему с прицепом. Сейчас мы, ребята, его отцепим. Все, мы просто его тупо отцепим. Точно. Все. Все цепляется, прицепляется. Все как надо. Все. Как говорится, пишет, но лезет. По-тихому, ребята, он не садится, ничего. Едет на понижайке, на малых оборотах. Потихонечку, но ползет, сами видите. Да, видите, тут тоже от души постарался. Кокули хорошие соорудил. Эти машины засаживаются. Хороший полигон. Давайте такой красивый скрин запендюрим. Лезет, я думаю, что он до конца грязи, как бы все это пролезет. Просто, ребята, все это время эфира, время конверта, время загрузки.
Я думаю, что из любых кокушат можно вылезти запросто. Вперед, назад, главное умение, главное мастерство. Смотри, он не хочет вылазить из колеи-то прям. Давайте обороты поменьше сделаем. Обороты поменьше. Понижайка, да, хорошо тут придумано, что понижаечка есть. Прям не хочет, блин, царян из колеи вылазить. Ура, вроде пошел. Если бы это, ребята, все записи, конверт записи и загрузка в YouTube занимало бы 5 минут, ребят, я бы тут до самого конца бы буксовал. Но это, блин, на одно видео убиваешь полдня, бляха-муха. Поэтому... Ну все, ребята, видите, без лебедки все. Все, без лебедки, да мы уже доползли уже почти до конца. Ну, проще уже прямо будет ковырять просто. Как ули и все. Давайте уже, ребята, лезем до конца. Бохнем с временем. Уже почти вылезли. Давайте, как положено, рулем влево-вправо покрутим. Я не думаю, что он, зараза, встанет. Потихо и ползет, любую, как кашку пролезет, смотрите. Все нормально. Я срулить. Давай, дружбан, уже почти вылезли. Уже пора тебе подкинуть, наверное, газку. Перейти на автомат. Ну все, ребята, вот он уже финиш. Все, мы вылазим. Блин, я чё прицепил эту чёртову телегу? Я думаю, чё она не едет-то? Их ни хрена, смотрите. Точно я притабанил её. На хвоста взял. Отцепить. Я думаю, чё ни хрена я ехать не могу? Там дышло вывернуто. Все, отлично, полетели, блин, правильно там колеса раком стали. Так, мы идем дальше, ребята, по полигону загруженной цистерной. Уже обычный борт, я не вижу смысла цеплять, как бы, да. Поедем так с цистерной груженые. Понижайка тут надо, блин. Чтоб она не захлебывалась на переключениях. Вообще просто на ура идет. Смотрите, вот это. Вот это дрын. Серега молодец, как всегда. Подвесочка, ребята, играет. Урона никакого не уловим.
Все, проехали, ребята. Да, давайте переходим на автомат. Погнали на автомате. Еще раз повторюсь, ребята, приватный мод. Автор мода Сергей Пасечник. Ссылочка на автора будет под видео на канале в группе, в разделе товаров. Обращайтесь к Сереге по поводу приобретения данного мода. Давайте уже ломанем сюда сейчас. А, на пузе повисе. Ёлы-палы. Сейчас. Так уже обзор, конечно, ребят, дотянулся. Блин, опять повис. Надо, может быть, вот на этот, на повышайку врубиться. Правильно, он загружен. Не хочет никак. И ладно, не будем тут уже жопу морщить. Как бы это уже через край. Такие бугры редко кто на картах, ребят, ставит. Полетели сюда. Тут, естественно, у нас даже через такие ямы подвеска проходит спокойно. Вот это игра подвески, ребята. Опа. Просто супер. Ныряем. Я думаю, это по лобовое стекло, наверное, тут, как обычно, у нас урон идет. Ну, или по фильтр, по воздуху там. Звук вообще просто супер. Давайте тут переедем. Ой, ой. То есть, видите, с кабины, ребята, все адекватный. Вася тут у нас сидит, все как положено. Давайте, ладно, еще груженный на скорость. Ну, я думаю, в районе дефолта. Вау, сорян. Текстурки асфальта, ребят, тоже выложу скоро. Сделал 25, 28, 29, 30, 32, 3, 4, 5, 6. 7 38, в принципе, вообще адекватно по скорости. Я думаю, что там чуть побыстрее может быть. 39. То есть вот, друзья, у нас получается такой вот модик обалденный. Давайте, где тут нам надо выехать на асфальт. Сейчас свалюсь нахрен. Вон там небольшая такая лужаечка с солнцем. Тормознемся, наверное, я думаю, здесь. Вот, ребята, у нас получается такой офигенный мод. Автор мода Сергей Пасечник. Ссылочка на автора и по поводу приобретения данного мода будет под видео на канале. Прям заходите по ссылочке на Серегу и все вопросы к Сереге. Ко мне, ребята, еще раз повторяю, обращаться не надо с такими вопросами. А где, чего, а как и почему. Для тех, кто смотрит, ребята, видео и вообще обычно, кто смотрит видео до конца, еще раз повторюсь, как только у меня появляется на канале 1000 подписчиков, то есть сейчас у меня их в районе там 890, по-моему, да, люди подписываются, смотрят, делятся видео моим, да, с канала. Значит, как только появляется 1000 подписчиков, в группе будет, ребята, разыграна лицензионная Steam игра Spintires. Все, скажем так, основные требования по розыгрышу, да, все узнаете в группе по истечению срока. Кто изначально как бы смотрит, ребята,
заранее предупреждаю и говорю. Те, кто более ранее смотрит видео до конца и владеет этой информацией, так, значит, розыгрыш будет по любому репосту. Все будет разыграно через рандомайзер, видео заснимем специально, кто будет обладателем данной SpinTRS лицензии игры стимовской, да? То есть, кто изначально смотрит видео до конца, ребята, более большие шансы, как бы, стать обладателем данной игры в данном розыгрыше. Так что, ребят, всем спасибо за просмотры. Ставьте лайки, делитесь видео, подписывайтесь на канал, группу. Данный мод приватный, автор мода Сергей Пасечник. Мод обалденный, просто на пятерку с плюсом, как обычно от Сереги. Другого ничего не скажу. И в разделе товаров данная ссылочка на автора будет и на видео. Так что, ребят, подписывайтесь на канал. С вами был Driver51Rus. Всем удачки, пока и... Естественно, желаю всем удачи в розыгрыше лицензионной игры SpinTRS, которая пройдет в группе по истечении, как наберется у меня на канале подписчиков 1000 человек. Так что всем удачи, всем пока. С вами был Driver51Rus.